Пинске более 3700 индивидуальных предпринимателей. Именно столько официально зарегистрировано и состоит на учете в налоговой инспекции города. Как сообщает ее руководство, цифра практически не менялась на протяжении 20 лет. Однако за последние два года наблюдается некоторый прирост. По сравнению с прошлым годом, индивидуальными предпринимателями стало на 90 человек больше. Почти половина пинских бизнесменов заняты торговлей. В основном занимаются розницей. Тем не менее, в последние годы сфера услуг стала преобладать над сферой торговли. Такими наблюдениями поделились в налоговой инспекции. На данный момент в сфере услуг занято 53% предпринимателей, в сфере торговли 47% предпринимателей. В прошлом году эта цифра составляла 51% и 49% соответственно. Если говорить о поступлении в городской бюджет, то на долю предпринимателей приходится в общей копилке города это 9%. В целом, отмечают в инспекции, налоговая культура пинских предпринимателей повышается. Злостных неплательщиков, по последним данным, всего 8. 24 заплатили налоги несвоевременно. Стоит отметить, что многие пинчане занимаются различными коммерческими видами деятельности, при этом не являясь предпринимателями. Это стало возможным после внесения изменений в налоговый кодекс в 2019 году. Физические лица, не регистрируясь в качестве предпринимателя, могут осуществлять деятельность без регистрации. Допустим, такие виды деятельности, как ряд строительных работ, косметические услуги, парикмахерские услуги, там, услуги веб-дизайна. Ну, ряд вообще, перечень буквально около 40 видов деятельности включает. По информации инспекции по налогам и сборам города Пинска, согласно данному перечню, свои услуги оказывают порядка 1700 пинчан. И эта цифра ежегодно растет.